Станция Горьковская оказалась еще более востребованной, чем ожидалось. Показатели этого – огромные очереди, которые в час пик выстраиваются в кассу. Пассажиропоток увеличивается с каждым днем, и очереди в кассу по вечерам теперь начинаются от самого входа в метро. Не знаю, когда пойду, но такое впечатление, как будто в Москве. Как раз такие же очереди в такое же время. Нет, их не ожидали. Мы хотели сократить время и путь. Может быть, как раз это разгружение пробок, да, как раз разгрузка. Такое количество народу, все обрадовались, и как раз в час пик решили доехать быстро до дома. И в результате мы видим вот это. Я уже устал после работы, хоть стоять. Там окошечко открыли еще, а палец в другом месте бы поставили. Конечно, очень как непривычно даже. Долго стояли в очереди? Минут 15 точно. Народу много. Нет, жетончик сюда. Ну, первое время всегда такие трудности. Все хорошо, все доладится, все будет хорошо. Кстати, по последней информации, вопрос увеличения количества касс на станции метро Горьковская уже рассматривается руководством метрополитена. Кроме того, рассматривается и возможность установки автоматических турникетов.